Всем привет, с вами Левик Геймс, это Roblox Tower Defense, и посмотрите, Рубик начал есть уже сразу, это на нервах 100%. Мы сегодня попробуем вдвоем, вторая попытка у нас будет. Будем проходить хардкор, посмотрим, получится у нас нет, и вообще, насколько далеко получится пройти. Ну что, люди, начинаем. Я уже в игре, Рубик ждет пока моей команды, я ему скажу, что надо будет делать, ну когда заходить точнее. Все, я пока ставлю ферму, жду первых чуваков, жду пока. Вот так вот, давайте буду нервничать, переживать, как будто бы заберусь наверх на самый. Тут было совсем страшно. Вот сюда вот. Все, отлично. И с пика, сейчас вместе. Вот так вот, давайте. Рубик, заходи. Все, отличненько. Просто красота. Рубик заходит, быстренько вообще загружается моментально. Считайте, вот упал. А вот и я. Как кирпич упал с неба. Все, красота, поехали. Начинает он фармить. Я тоже сейчас буду фармить, но сначала поставлю самолет. Давай, сейчас быстренько фармим, тогда волны пропускаем, чтобы самолет мой с бомбами побыстрее был. Так, давайте-ка вот сюда. Нормальненько. Здесь пока мимо чуваки проходят. Самолет не стреляет. Теперь вот так вот надо. Все нормальненько. Здесь самолет пострелял. Все, дальше пошла война дальше. Стрельба, война. Все тут происходит. Рубик фармит. Я сейчас тоже буду фармить немножко. Так, здесь пока не хватает. Ничего страшного. Так, смотрим. Главное, чтобы мы не так много пропустили. Так, что у нас здесь пока? Пока все хорошо, самолет. Вот, отличненько. Фармим, стреляем. Все, бомбы сейчас нужны будут. Бомбы будут, будет вообще красота. Пока я вот так вот сделаю. Так, здесь у нас что происходит? Здесь пока нормально. Лёвик, это все ты одним самолетом тащишь? Да, одним самолетом. Нормально. Так вот это получается. Так вот это получается. Берем вот так вот, делаем, оп. Все, супер. Просто самолет такой, он как бы дешево стоит здесь, и он как раз всю эту мелочь уничтожает. Очень легко. Так, здесь у нас... Прямо очень-очень легко. Да-да, ну видишь, как вообще. Какого он уровня-то у тебя? Ну вот сейчас уже второго, да. Ну он второго вот для этих нужен, а для тех он нужен первого. Так, давай, все тогда, следующую. Что нам ждать? Мы можем уже. Фарм идет, все хорошо. У меня фарм, у Рубика фарм уже закончился, наверное, да? Восьмая волна. Ну, да, еще можешь что-то поставить, еще можешь на восьмой-то волне еще. Так, я вот так вот тоже делаю, прокачиваю. Все нормальненько. Так, теперь сейчас. Девятая волна нужно будет обязательно. Выпустить побыстрее. Давайте вот так. Оп, готово. Красота, первая машина пошла. Все супер. Еще одна машина пошла. Блин, плохо, она сейчас врежется не в тех. Но ничего страшного. Тоже две машины выйдут, потом все равно. Все, главное, самолет немножко повредил. Так, я сейчас сделаю вот так вот еще. Одиннадцатая волна. Потом пойдет. Так, 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 смотрим. Машина чуть-чуть. Ну-ка. Все, пока нормально. Вот так вот делаем. Вот так ставим. Все хорошо. Так, машины, машины. Что по машинам? О, отлично. Красота просто. Смотрите. Все, машина все сбила. Все просто вообще отлично. Так, здесь у меня фермы. Все нормально вроде бы. Давайте, знаете, я что сделаю? Вот так вот прокачаю. А дальше подожду. В принципе, смотри, можем уже, наверное, выпускать еще одну волну. Хотя, не, можно чуть-чуть. Давай. Подать. Ну, давай, да. Так, вот. Раз начали выпускать, тогда пора выпускать. Здесь я торопиться не буду. Здесь я лучше вот так вот сделаю. Выставляем на сильнейшего. Это выставляем на сильнейшего. Все, красота. Сейчас тоже можно следующую сразу выпускать, потому что там невидимки. Ну-ка. Так, самолеты, давайте, не подведите.
Так, а ну-ка. О, пока неплохо. Так. Все отлично. Но одного, похоже, мы пропускаем. Ничего страшного. Так, теперь мне надо цель первую переключить. Здесь невидимки, все красота. Сейчас чуть-чуть подождем тогда, чтобы машины влезли. Все красотища. Так. Отлично, деньги копятся. Вообще просто супер. Здесь машины тоже... У тебя уже машины все, ничего себе, нормально. Все, у тебя уже фармёшка пошла, получается, да? Да-да. Красота. Это вообще красота. Так, здесь пока тогда торопиться особо не будем. Пусть машины лучше все это заберут. Ну-ка. О, отлично. Так, теперь я все еще ферму прокачиваю. У меня, кстати, уже нормально по фермам. Здесь у нас машины, самолеты. Блин, какая же красота. Как-то все вообще легко пока проходим. Просто у нас уже считай, твои машины доходят уже почти до самого начала, блин. Так, здесь у нас кто? Здесь просто весь сброд, в общем. Железные, невидимки, тут баллоневые. Все подряд. Так. Что у нас дальше? 16-я волна дальше пойдет. Оп. Все, у меня все, что ли? Все фермы? Серьезно? У меня осталось чуть-чуть совсем... А, все, вот так у меня. У меня все фермы получаются. Все 8 ферм уже. Третьего уровня. Это красота вообще. Ну-ка, смотрим. Так, давай тогда вот так вот сделаем. Ну-ка, здесь все, вообще все отлично. Всех сбили. У меня уже самолет нормальный становится. Так, что у нас там? Пока фармит. Рубик все фармит и фармит. Это нормально. Фарм, если идет, это хорошо. Так, а вот здесь вот нам немножко не повезло. Нам выпали железные чуваки. Это очень плохо. Два даже, смотри. Ну, тот один на 30, он как бы наплевать на него. Маленький. Да. Маленький. А вот нам на 180, это не особо хорошо. Так, самолет. Ну-ка. Ну, в принципе, у тебя так-то еще 5 машин, это нормально. Здесь чего? Хорошо, все, главное, машины выходят. Это самое главное. Ну-ка. Все, отлично. Того почти сбили. Еще две железяки большие идут, ничего страшного. А, еще одна железяка. Блин, да как-то нам не везет с этими железяками. Так, как у тебя там по деньгам? Что у тебя по машинам? Все хорошо. Ну это отлично. Сейчас буду танки делать. Это хорошо. Так, здесь тоже нормальненько вроде более-менее все. Так, ты фермы у тебя все прокачанные, все отлично. Да, надо теперь танки делать. Все, сейчас тогда давай сразу еще следующую волну вызовем. Тут же. Сейчас немножко подождем. Денег я не знаю, хватит, не хватит тебе сразу на танк. Давай вот так. Немножко не хватит, скорее всего. Сейчас посмотрим. Ух. Чуть-чуть не хватило? Чуток, $100. Сейчас вот этих вот. А, ну все, сейчас завалят этих, да, это нормально. И как раз следующая машина выйдет как раз танком, будет вообще нормально. Я пока нацелил на самого сильного, пусть стреляет. Хватило? Нет. Сейчас. О. Отлично. Супер.
Защищаем танк. Все, как раз он выйдет, вообще просто будет отлично. Вот он вышел, вообще супер. Видишь, время как раз угадали, просто супер. Я еще пострелять успею. Ну-ка, завали. Нет, давай, завали, завали танк. Нет, 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 давай, завали. Есть, отлично. Завали танк, имел в виду этого, чтобы он завалил. Все, он завалил, вроде все, красота. Так, здесь у нас что происходит пока? Все, отлично, время есть, считай, еще. Еще один танк успеет выйти и всех этих до конца завалить уже. Ну-ка, смотрим. Этот самолет, где у меня летает. Все, видишь, как отлично. 21-я волна. Это уже нормально, мы уже далеко проходим, получается. Так, что у нас там, кто выходит? Никого сильного. Одни только баллоневые, больше никого. А, этот рипер выходит. Нормально. Танк-то вообще супер. Во, как раз, смотри, он его повредил хорошо так. Все, самолеты есть, машины есть, танк есть. Все, вообще красота просто. Смотри, как мы его завалим сейчас. Отлично просто. Еще один танк. А, это он уже вышел, вообще нормально. Да, красота. Ну все, давай тогда следующую сразу волну вызывать. Да. Здесь легко, видишь, даже. Просто красота. По-другому не сказать. Сейчас еще поставлю. Это отличненько. Как раз самое главное нам 25-ю волну пережить. Люди, кто не знал, там 3 босса выйдет. Невидимых, которые не только танки могут спасти. Но, ну, самолет еще, правда, тоже могут немного побить. Так, здесь у нас что? Вот, полтанк еще. Красота. Здесь вообще все отлично. Можно, в принципе, кстати, давай сразу выпускать даже следующего. Здесь скоро у меня еще самолет один будет. Красота. 2 самолета. Все супер. 2 танка. Сейчас просто уничтожим этого. Одного босса теневого. Невидимка-то вообще. Ну, все вообще красота. Надо это понимать. Да. Все, даже танку не пришлось вступать в дело. 23-я волна. Так, у меня уже что тогда будет? Рейнджеры. Пора ставить рейнджеров. Постепенно, по чуть-чуть буду их ставить. Так, нет, ну-ка, если я сначала все-таки поставлю. Левик, а диджея? Может мне сначала диджея поставить? Не-не-не, нет. Сначала танки 100%. Сейчас диджей-то особо, ну, ни для кого не нужен. Танки важнее. Без танков мы не справимся вообще без них. Так, ну-ка. Так не получилось, это хорошо. Если ты поставишь диджея, то мы на 25-й проиграем. Танков нам не хватит. А диджей-то сейчас ни для кого, у нас же никого нет бойцов. Только один рейнджер по факту. Так вот и не скажешь, что на 25-й нужно проиграть. Да, да, да. Да, вроде бы, да, кажется, так легко. Все, все вроде проходим. Осталось-то вроде бы. Как обманщик. Да. Так, ну что там у тебя по танку? Пока 3 танка в наличии. На 4-й немножко не хватает. Чуть не хватает на 4-й? Нет, не хватает. О, красота. Все. Так, о, невидимки пошли. Да, внутри, да. Вперед, трое. Мы сейчас танк зацепили, смотри. Есть, отлично. Блин, плохо, что он тех зацепил танк. Вот это очень плохо. Так, здоровье у них. Ну, вроде здоровье более-менее. Здесь еще самолеты есть, побьют нормально. Вот, все хорошо, отлично. Ну, вот одного бы танка не было, и все, я думаю. Так, отличненько. У меня уже рейнджер есть. Все супер, стреляет потихонечку. Танки тут тоже. 26-я волна. Тут, в принципе, ничего такого страшного особо нет. Смотрим, что тут у нас еще. Здесь пока куча обычных. Все, просто танковая армия пошла.
Так, вот главное вот эти вот риперы. Они такие же. Смотри, как, какую кучу, блин, вызывают. Да уж. Даже не успеваем их уничтожать. Ну все, нормально. Завалили сразу вообще просто на входе, можно сказать. Так, я пока буду потихоньку стакать. Давайте-ка начнем. Все нормальненько. Так, идет, отлично. Один чувак тут, он нам вообще не страшен. Так, что у тебя, все, танки, все на максимум? Готово, да. Отлично. Это хорошо. Дальше диджей считайте. Ну-ка, смотрим. Нормально, справляемся хорошо. Пошел диджей, смотри, что уже. Сейчас еще больше невидимок будет, да? Ну чуть, да. Чуть подальше вроде будут. Диджей как раз мне уже скидочку дал. Так, давайте-ка я вот так вот сделаю. Так. Ну-ка. Плюс, так не получилось, хорошо. И со скидочкой, блин, скидка — это всегда хорошо. Отлично. Легко. 28-я волна. Просто красота. До всех рейнджеров все достает. Так, а тебе до пятого много уровня? До пятого? Ну, следующая волна, и я смогу его прокачать. Ага, я... Хватает где-то 5-6 тысяч долларов. Ага, все отлично. Сейчас тогда я чуть-чуть подожду, наверное, прокачивать своих не буду, как скидка будет максимальная. Так, вот здесь самое главное всегда опасное, это вот эти все невидимки, это самое опасное. Танки главное, чтобы вышли. Ну-ка смотрим. Так, ладно, там самолеты справляются. Блин, посмотри, сколько они вызывают. 3, это же вообще жесть полнейшая. О, ладно, хоть одного убрали. Это малышей, да, парш? Да, да. Ну-ка. Все, главное, хоть убрали этих криперов. Так, я пока буду стакать продолжать. Так, вот здесь тоже. Ну, сейчас, наверное, да, будет? Да. Все, отлично, красота. Я теперь вот так вот сделаю. Все, пока вообще нормальненько идем. Очень даже хорошо, я бы сказал. 10-я волна. Да, на 31-й босс еще выйдет. Так, здесь тех убиваем, все, красота, этих убиваем, тех убиваем. Сейчас командиров пора уже будет ставить, чтобы не помогали. Ну-ка. Все, отлично, 4 рейнджера уже. 3-го уровня, да. А мне рейнджеров сейчас куда лучше ставить, вниз или наверх? Да вот сюда вот ставь. Вот. Второй ряд, да? Да. Вот, вот прямо за мной вот здесь вот, а я буду тогда стакать дальше, продолжать. Сейчас сделаем пока вот так. Я сейчас тогда пока этих поставлю, командиров. Так, ну-ка пока можно бустануть разочек. Вот, все, уже вышел один. Босс. Сейчас нам завалить босса, самое главное. Вот так вот. Все нормально, смотри, мы сейчас застакали вообще хорошо. Вот здесь, смотри, попробуй, может быть, двоих получится вообще поместить вот в этом месте. Вот этого там с краешку, вот сюда, например, и вот сюда, вдруг получится. Ну-ка, достанем пока. Ну все, отлично, у него осталось совсем чуть-чуть жизни. Так, сейчас я еще одного ставлю командира тогда. Вот так вот, наверное, еще одного.
Все, отлично. Можно бустить теперь без конца. Я пока буду дальше стакать. Давайте-ка вот так вот. Оп, блин, получилось, нет? Да, все получилось. Все пока хорошо. Давайте пока бустить. Постоянно. Так, вот это не особо хорошо. Так, так, так. Все. Фу, главное, он не врезался там. Нормально, у него 49. Ничего страшного. Даже если он пройдет, мы останемся живы. Есть, мы выжили. Это было, конечно, опасно, да? Да. Это было очень опасно. Так, ну, надеюсь, дальше будет попроще. Я думаю, не все. Так, здесь нормально вроде. Так, ну-ка, сейчас я бустану. Так, ну-ка. Так, все хорошо. Стакнули, самое главное, стакнули. Так, вот здесь еще тоже могут повылезать непонятно кто. Вот здесь тоже, видишь, могут. Ну ладно, один невидимка, как раз это нормально. Здесь у нас что? Здесь у нас бог остался один. Вот сейчас уже как будто посложнее идем. Ну, может, не так, конечно, сложно. Но босс уже, смотри, как проходит. Нормально уже. Напирает, напирает. Тихонечку. Молоток такой. Да, точно. Все, пока нормально. Так, как у тебя там по рейнджерам? Так, нормальненько ставится. Я тогда вот здесь пока... Сейчас, погоди, немножко надо бустануть. Надо еще стакать уже наверху. Делаем вот так. Ну-ка, получилось. Так, у меня, похоже, не получилось наверху стакнуть. Похоже, да. Так, ну-ка, что делаем? Сейчас пока вот так вот сделаем. Давай я удалю тогда чувака. Ну-ка. О, все, сейчас получилось, отлично. А сколько рейнджеров можно ставить? 10. 10, да, максимум 10. Так, уже два босса. Ладно, одного завалили, хорошо. Все, у нас теперь рейнджеров вообще все больше и больше, это красота. Так, я уже не вижу, как стакать. Так, а почему я не могу там разместить, интересно? Ну-ка, смотрим. О, нормально стакнул, хорошо. Пока мы застакали вообще отлично просто. Еще разочек. Оп. Все отлично. Бустим. Продолжаем бустить. О, уже, кстати, все. Могильный копатель вышел. Могильщик. Первый босс. Да, красота. Еще, кстати, надо убить этих чуваков. Блин, заморозил как раз. Пройдем и могильного. Не знаю, сейчас проходим. Посмотрим. Вон, видишь, кто выкапывает и выкапывает. Все, главное, этих всех завалили. Его приспешник. Видишь, он все выкапывает и выкапывает. Без конца. Я вот сюда пока поставлю.
Ну-ка смотрим. Нормально, нормально, пока по нему бьем. Вот у нас, считай, все бойцы, которых, в принципе, не оглушить, только командиры. А остальные стреляют вообще. Смотри, как мы хорошо поставили рейнджеров. Просто красота. У нас такая толпа. Оп, успел. Пока он командира не застанил. Ну, нормально. Блин, вообще красота. Посмотри как. Все, у него осталось чуть-чуть. Мы его точно добьем 100%. Он еще выкопал. Это он уже из последних сил сражается. Пытается хоть что-то сделать. Но у него ничего не получится. Денег получим, да, Левик? Да, денег будет вообще огромное количество. Считай завал, да? Да. Ну, давай, есть, отлично. Вот это денег привалило. Неплохо так. Ну-ка смотрим. Так, все, у меня максимум рейнджеров. Мне уже ставить больше некого. Это пока хорошо. Значит, иду вообще отлично, можно так сказать. Так, а ты мне можешь сказать, у тебя докуда диджей достает? Вот здесь вот. Вот отсюда, прямо до башни. Прям до башни? О, красота. Под самую башню. Это красота. Так, сейчас я сделаю кое-что. Вот так вот сделаю. У меня тоже 10 рейнджеров, я перехожу к турелькам. Давай. Турельки-то куда лучше размещать? Наверное, в середине? Да, я пока вот так вот, вот сюда перехожу. И главное, чтобы диджей достал, да? Да, главное, чтобы диджей доставал, вот самое основное. Так, отлично. У меня уже акселератор. Все нормальненько. Тоже будет помогать. Сейчас его на максимум прокачаю. У Рубика уже турелька пошла. Вообще отлично. Здесь пока всех валим. Нормально. Все, теперь нам хотя бы попроще тут будет. Ого, это что-то уже. Да, смотри какой. Это ж у меня скин. Ты не видел, да, значит? Мне выпал супер крутой скин. С Deluxe Crate, вот такой вот. Офигенный просто. Все отлично. Так, мне осталось чуть-чуть. Я на максимум прокачаю одного хотя бы. Чтобы было уже хорошо. Будет даже, я думаю, супер хорошо. Так, вот так и делаем. Густим все. Давай, 30 тысяч. Я хочу максимального ускорителя. Все, отлично. Один максимальный ускоритель, отличненько. Очень даже хорошо. Давайте-ка я еще ускорителя, наверное, буду ставить. Куда-нибудь. Так, надо было, наверное, мне вот сюда лучше ускорители, конечно, ставить. У тебя турельки больше ведь достают. У них радиус, по-моему, побольше. Да, вроде. Сколько у них радиус? Можешь посмотреть? Вообще сумасшедший радиус. Так что надо тебе их лучше вот сюда ставить. Потому что у меня ускорители не будут тогда доставать. Если ты их поставил сейчас в то место, где у меня вот здесь вот они доставать не будут ускорители, если я их в край поставлю вот сюда. То есть вообще все убрали? Не, ну пусть тогда, сейчас пока оставляем, потом, если что, тогда уже будем думать что-то. Новые не ставь, новые вот сюда куда-нибудь поставь тогда. Хотя бы так. Ну попробуй. Потом, если деньги будут, может удалишь вот эту хотя бы, я поставлю нормально своего. Так, сейчас посмотрим. Может у меня коне, у меня доставать, наверное, не будет. Все, ну ладно, хотя бы чуть-чуть.
Так, здесь пока неплохо. Заводит шарманку тут. Твою, смотрите, как нормально. Мы их уничтожаем, просто офигенно. Так, у нас же скоро еще один босс какой-то выйдет, да, ведь, по-моему? По-моему, да, должен быть еще. Видишь, как круто, у меня ускоритель вообще, вот этот, который стоит посередине, он вообще всю площадку кроет. Прикинь, он постоянно будет, считай. Это ускоритель, да? Да, ускоритель, да. Это какой из них? Вот который, вот этот. Здесь который. То есть он весь вот эту всю, да, вообще все полностью покрывает. А вот этот уже, скорее всего, не покроет. Ну, сейчас посмотрим, пока нормально. Турельки у нас, все стреляет. Все грохочет, можно так сказать. Все вроде бы нормально. Так, смотрим. Кого мне бустить надо. Смотри, как мы легко. Мы этих вообще сносим просто моментально практически. Там, которые обычные, без брони. А вот эта сфера, это броня, да, получается? Да, да, это броня, да. Ну, считай, сначала броню надо снести, потом их завалить. Мы нормально. Идем вообще хорошо. А это только на хардкоре, да, такая броня вот? Да, да. Просто я на ивенте не помню такой брони. Да. Вот видишь, плохо, у меня вот этот не стреляет. Блин, может тебе тогда вот это вот перенести, давай. Вот это вот, давай. Давай. Давай попробуй, потому что ускорители важны очень. Давай, так. Давай. Блин, никак, прикинь, не поставил. А, нет, есть. Есть, поставил, все. Все отлично. Там настолько была маленькая вообще щелочка, в которую надо было попасть, просто жесть. Ускорителя? Да, да, да. Еле поставил. Вот, нормально. Хотя бы два будут, которые на полную берут. Потом, может, и вот это, конечно, тоже надо будет переместить. Так, погоди-ка, мне надо тут пока разговоры. Надо бустить постоянно. Спиди Кинг, это еще какой-то скоростной король. Да, 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 да. Он еще. И других еще там бустит, непонятно. Ух, у меня денег-то. Огромное количество. Да, не знаю, куда делать. Да, рейнджеры, турельки. Рейнджеров точно можно там до четвертого турельки прокачивать тоже. Вот это пока не прокачивай турель. Мало ли удалить. Давай я ее уберу. Блин, ну давай. Просто пока на третьего уровня. Так, все, расплавленный босс вышел. Отлично. Все, супер. Так, блин, посмотри, пока мы уничтожаем, все вообще хорошо. Я думаю, расплавленного просто мы в щепки разнесем. Так, ну-ка надо побустить пока немножко. Тебе, может, еще третьего командира поставить? У меня три. У меня один вот здесь тут спрятанный. А, за дерево? Да, да. Все. Нормально. Все, сейчас ускорители за дело возьмутся. Вообще будет красота. Денег опять получится, да? Да, сейчас, кстати, да. Сейчас еще больше денег будет. То есть будет вообще нормально. Пока бустим. Стреляем, бустим, красота. Он даже полпути не прошел. Да, да. Только до нас дошел чуть-чуть и все. Быстрее, чем магичика, что ли, берем? Да. Так а мы сильнее, считай, стали. У нас тут куча уже турели, ускорителей, рейнджеров. Все. Денег вообще просто отлично. Ребята, ставьте лайки. Да, за такое обязательно.
подписывайтесь на каналы. Мы тут, блин, стараемся с Рубиком вообще изо всех сил. 45-я волна пока у нас. Вот там еще. Кстати, я не знаю, что вот эти вот делают. Они хилят, наверное. Да, они хилят, похоже. Видишь, еще какие-то руны тут или что-то накладывают. Так, тут у нас что? Здесь быстрее бегут. Так, ну-ка я сейчас немножко сделаю вот так вот. Во, нормально. Вот это хорошо. Надо командиров на максимум прокачать, они что-то хорошо бустят. Вот так вот, прямо отлично. Ну, кстати, далеко уже проходят, да? Да. Так, достаточно нормально. У меня просто денег был большой запас. Я вот сейчас все прокачал. А, все хорошо. Нормально. Так, так, турельки нужны максимум, походу. Не справляются, да? Да там просто эти всякие, ну, невидимки. Лучше турельки прокачай на максимум тогда. Невидимки, с которыми, мало ли, блин, они пробегут. Эти быстрые, которые сквозь все проходят. Все, пока вот так, все нормально. Ну, кстати, уже далеко все равно они прошли достаточно. Так, что у нас? Финишный прямой. Да. Так, у меня денег тоже пока хорошо. Надо что-то тоже делать с рейнджером, ой, с этими, блин, с ускорителями. Люди. Да. А когда выйдет последний босс, мы фермы все убираем? Да, 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 все фермы убираем. А вместо них кого ставить? Так, все, кого хочешь, кого место есть, но у тебя никого получается, у тебя все ограничены. Ты у меня лимитированный. Просто будешь ставить? Ну, точнее, просто прокачивать и все. Там больше особо. У меня-то тоже лимиты будут, но я самолеты, наверное, только если буду ставить. А здесь левик вот сюда еще самолет как-то, да, можно поставить? Да, да, да. Но это потом, они часто слабые, поэтому я их тут не ставлю. Так, меня тут задержали. Так, ускорители, вроде бы нормально все. Надо тоже хоть побустить мне немножко рейнджеров. Так, что у нас здесь? Блин, ускорители вообще красота, они просто разрывают. Хорошее приобретение. Я надеюсь, сейчас вот кристаллов заработаю после этой победы. Да, да. Во, нормально, смотри как. Давид, а сколько за победу дают? 200, по-моему, кристаллов. Маловато, конечно. 10 побед и всего. Да. 12 получается. Поехали. Так, у тебя турельки максимум? А, ну хотя бы... Нет еще. У нас, в принципе, еще это, ускорители есть. Вот против таких они нужны, видишь? Они здесь вообще прямо... Танки-то сквозь них проходят, видишь? Они им ничего не делают. Да. И рейнджеры, считай, тоже ничего не делают. Ну, нормально, у нас ускорители есть, все хорошо. Это невидимки, да, такие? Да, да. Прокачанные какие-то. Так, что у нас дальше? Нормально. Бустим. Прокачиваем. Все, первый пошел. А ты же потом вылетел. Ты как раз вылетел на этом же, да. В той игре, люди, кто не видел, посмотрите обязательно. Это какой-то другой король. Да, да. Но это типа старый помвеш, он что делает, видал? Копли какие-то. Да. Обалдеть. Это кто такие скоростные? Это супер-супер быстрые чуваки. Вот для них нужны турели обязательно. Они еще ускоряют других чуваков. Так что это полнейшая жесть. Прокачиваю на максимум все. Давай, давай. Все, у меня турельки, все на максималке. Все, рейнджеров осталось. Так, я надеюсь, есть. Не пропустил тоже рейнджеров никаких. И у меня еще танки. Да, потом шаг. Прокачаешь.
представь, один рейнджер стоит 30 тысяч. Да, 30 тысяч, да. Это просто огромное количество. Но я уже прокачал тут несколько чуваков. У меня уже двое на максимум рейнджеров. У него даже солнце отражается на голове. Да. Устал, что ли? Да, видишь, он что делает? Сквозь него проезжает, видел? Его победить, да, да. То есть в него нельзя ничего его дамажить никак, когда он так делает. Так, а он все равно ведь на месте сидит. Ну да, хорошо. Сидит, да, да. То есть, грубо говоря, когда большой поток идет техники, да, он может так сделать, да? Да, нам просто другие будут проходить еще. Как бы по нему пока стрелять будут, а другие, как бы по другим же ты не будешь, типа, стрелять. Да. Так, давайте-ка я вот так вот прокачаю. Нормально. Вот это денег. Давай прокачивай. У меня рейнджеров пока тоже уже огромное количество. 48-я. Пока идем хорошо. Вот. На 50-й кто будет Левик? Так все, уже конец. Этот босс будет. Войд Ривер. Я его не видел. Ну вот сейчас увидишь, сколько будешь. Там два даже их сразу, там не один, а два. У них по 600 тысяч здоровья у каждого, представь. Того босса, который в ивенте. Миллион. Ровно? Да. То есть здесь получается еще круче, да? Да, ну получается так, да. Миллион 200. Да. О, блин, я нашел рейнджера непрокачанного. У себя. Блин, ну какие наши шансы вообще? Не знаю, я вообще не представляю. Вдвоем я вообще никогда не проходил. Сейчас будем стараться. Нормально, вот падший король уже вышел. Да, вот этого я знаю, да, падший да, король. Уже пошла война. До него-то. А вот сейчас до него-то было, это не другое. Да, это, по-моему, какой-то старый падший король, по-моему, люди. Кто знает, напишите в комментариях. Мы с Рубиком не знаем, кто это, что это за чувак. Так, пока все нормально. Блин, там застопали командира. Так, этих тоже. Главное вот этих вот быстренько завалить. Все, тех завалили, остался один. Одного-то мы должны, наверное, вольнуть. Так, у меня сейчас уже, наверное, все рейнджеры будут максимального. У меня есть куда качать, Юрий. Да? Но у меня есть. Уже скоро будет заканчиваться. Так. Ты деньги заберешь. Ну-ка. Да, у меня реально как будто бы все уже, представь. Ну, посмотрим. Еще, а, нет, еще один. Этого завалили. Красота вообще. Причем тоже он смотрел, даже не все. Да, денег-то посмотри сколько. Давай прокачивай всех. Так, ну все, у меня вроде бы все. Если у меня заметишь тоже моего, скажешь мне, если я кого-то не прокачал. Я пока только у тебя двоих вижу, не прокачанных. Так, давайте-ка я вот сюда вот одного прокачаю. Потом надо вот сюда. Рубик, смотри, а вот до сюда достает твой? Диджей. Диджей? Вот в уголок вот сюда. Нет. Нет? Это плохо. Тогда придется куда-то в другое место ставить. Ну-ка, наверное, вот так вот. Ну-ка, смотрим. Так, да, все здесь достает. Так, у меня денег огромное количество уже. Мне надо теперь ставить ускорителей на максимум всех. А я что-то смотрю по рейнджерам. У меня вроде тоже уже все. Ты видишь, нет? Нет, так, вроде посмотрю. Все. Да, вроде все. Да, все. Все.
Ну что, у тебя осталось танки? Да, я и танки. Так, все, кстати, 50-я волна. У меня все прокачано, Лёвик. И танки все? Два не прокачаны. Так, фермы можно продавать, не забывай. Так, а мне смысл-то? Ну да. Только деньги выручить на последний танк? Да. Так, я пока сейчас буду делать... Так, мне надо ставить ускорители теперь. Все, я все продал. Так, этого наплевать денег сюда поставлю. Я не знаю, может еще диджея поставить одного? Да, он только один, его только одного можно. Так. Да? Диджея только, да, только одного, да. Но. Так, теперь что, мне надо самолеты тогда ставить хотя бы. Да, смотри пока его. Это вот он один единственный или два? Два вроде должны быть. Блин, они оглушили всех моих командиров. Блин, они еще... Да, да, получается так, да. Вот это да, вот это хардкор. Тут, наверное, одному вообще нереально пройти. Да, одному нереально. Так. Блин. Да, блин. Надо быстрее, давай. Командир, ну, да что ж такое-то? Всех оглушают. Во, нормально. Блин, да посмотри, они как проходят. Они уже очень далеко. Далеко, да. Так, смотрим, смотрим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, там еще половина рейнджеров оглушены. Так, ставлю, ставлю еще. Я-то ничем помочь не могу. Да. Так, я уже... У меня еще есть место, ничего себе. Уже не знаю, куда кого ставить. Все, 30 на максимум. Да блин, у меня постоянно оглушают. Так, главное нам всех вот этих приспешников завалить, самое основное. Так они появляются. Да, да, ну хотя бы основных вот этих вот, которые. Мелкие-то пусть, мелких они завалят, должны наши завалить мелких. Все отлично. Ну теперь посмотрим, справимся, хватит ли у нас дамага. Нет, мы вообще не представляем. Ну, да. Я таких битв еще не видел. Полнейшая жесть. Блин, я промазал уже. Блин, они еще глушат тут тоже. Давай, 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 парни. Все скидываемся по каждому. Давай, давай, давай. Все, ну сейчас вроде точно уже все на максимум все прокачали. Танки тоже хорошо помогают, нормально. Левик, у меня 300 тысяч, я не знаю, куда это их делать. Хорошо, пока оставь. Ты можешь потом танки переключать. Да, 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 танки. Знаешь, да, ведь как переставлять? Ну, удалять их, да, 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 под конец, если что, сможешь это сделать. Потому что вдруг понадобится. Так что пока копи, будешь потом так. Так. Ну, я так и делал ни разу. Ну, вот будешь пробовать. Как раз в паркуре надо это попробовать. Так, блин, что-то как-то они уже далеко прошли. А здоровье мы одному, да, даже не снесли еще. Половина у одного почти. Блин, да серьезно. И непонятно какого, у первого, да? Да, у первого, да, половина. Да, блин, что у меня все глушены? Лёвик, у второго как было 700. Да, да, у него там чуть-чуть совсем. Ого. Видел, что они сделали? Это что такое? Это жесть, посмотри, где выход. Ну, это, ну, докуда зомби идут, посмотри, кто там. Покажи людям, кто не знал. Люди показывают, смотрите, что. Видали? Это меч его. А зачем это? Это вот он одно хп нам оставил. Он типа кинул, оставил нам одно хп. Обалдеть. Ничего себе. То есть, если бы даже у нас было больше, да, хп, да, он все равно бы отнял. Да, да, да.
странно. Это специально фишка такая. Ну да, да, получается так, да. Круто. Так, блин, нам хотя бы одного завалить. А вот это что за бомбы такие? Бомбы. Я не знаю, это он что-то делает, я не знаю. Кстати, люди, напишите в комментариях, что это значит. Блин, опять оглушил командира. Это дела-то надо. И они ускоряются еще, да. Видишь, он ускоряется под конец. Ого. Видишь, он как ускорился резко. Да. Очень резко. И второй также ускорится. И он теперь так и пойдет на такой скорости? Да, да, да. Прям на такой пойдет. Это сейчас все. Блин, он еще всех оглушил. Жесть. Давай, 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 парни, ну. Ищи, Юрий. Где танки-то мои? Есть, одного завалили. Так, люди, одного завалили. Жесть. Прямо под самым выходом, да, люди? Да. Так, переставляю. Ускорители пока переставляю. Мне-то делать что-нибудь? Ну пока вроде нет. Ого, какой неспешный крик. Вот это же. Вот это да. Так, ну тут видишь, что хорошо, что хотя бы один остался на здоровье, у него просто огромное количество. Ну, просто жесть. Так он потом ускорится. Мы сейчас ему оставим сколько-то, 100 тысяч, по-моему, или сколько он ускорится. Да, да, он ускорится. Да, да. Так, парни, давайте, давайте. Так, ты можешь уже немножко что-то переставлять. Можешь, если турели какие-то смотришь, где куда достают, можешь их поближе там поставить. Да, блин, он опять... Да что такое-то? Он опять оглушил. Так, еще немного. Делаю хотя бы самолеты. Так, 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 надо ускорителей всех переставлять. Блин, да что такое-то? Давай, 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 еще немножечко. Парни, давайте. Если он, конечно, ускорится, я не представляю. Может, танки пока переставлять. Все, он ускорился, да. Давай, давай, давай. Нет. Блин, люди, это жесть. Просто жесть. Ну, это была супер-мега-битва. По 100 драгоценных камней получили. Прикинь, за такое, просто офигеть, блин, столько валить всех. Это просто что-то, люди, за такое, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Всем пока, будем пробовать еще, я думаю.